Тут йога в такой загадочной позе дрыхнет. Все у нее нормально. Главное не разбудить ребенка. Да, карамелька тем временем, я ей стелила другую салфетку. Ну вот, собственно, все опять сдвинуто. Абсолютно все было по-другому. Главное, что нафига она вот этот парашют себе изобразила. Короче, чтобы было понятно, видно, тянула она салфетку, а двигался вместе с ней домик в влажной камере. Она все вместе перла. Потому что я уже салфетку придавила в влажной камере. И в итоге она все притащила вот к передней стенке. Намекает, как может, и говорит, жрать хочу. Ну, а суббота как бы точно не сегодня, а завтра. Банана спалила, что я хожу, но еще осталась в этой позиции интересной. Гляньте, хвостик на бекрень, лапки в кучу, передние и задние. Сейчас задышит учащенно, увидела, что я шевелюсь. Не-не-не, я не кормить пришла, я просто тобой полюбуюсь. И другим покажу, да, как ты умеешь. Ну, удобно, значит. Ну, а Буринг ушел в подсалфеточи. Они часто такое делают. Типа, укрылся одеялком, все нормально. Но так как мы растем, в принципе, с приручением у нас уже нормально все. И к концу ноября уже можно будет поставить им укрытие. Почему не ставится раньше? Потому что змеи будут реагировать, защищать свою территорию. И будут проблемы с приручением. А так как у нас уже приручение полным ходом, уже эта роль не сыграет, укрытие можно поставить.